Где мыса, вот здесь голубые здания, уходит небольшая бухта. Называется она Кирюрийская бухта. В 19 веке там находились архипелаги Крыжовая. Было принято решение закрыть русские корабли. Этот памятник стоит на второй линии затопления кораблей. Первая линия затопления позади нас, у входа бухты. Памятник был поставлен в 1905 году. Обороны Севастополя. По проекту известного эстонского скульптора Амандуса Генриха Адамса. Справа стрельбу. На этих трибунах есть УМРФ. Радостно поставлены гости нашего города и президент. За трибунами расположился Екатерининский сквер. На одном этап Екатерининский второй, основательница нашего города. Где же справа перед трибунами? Небольшой переговор. Николай. Сейчас мы с вами возвращаемся на военную спорту.